Этого события многие ждали несколько лет, и вот мечта сбылась. Из рук главы округа 14 молодых семей получают свидетельство о выделении субсидий для улучшения жилищных условий. Еще двум семьям будут предоставлены выплаты на строительство индивидуального жилья. Отпраздновать новоселье смогут и две семьи работников бюджетной сферы. Мне очень приятно, что это не просто, знаете, такая вот раздача подарков. Вы тоже большие молодцы, потому что от вас требуется со своей стороны тоже участие принять, да, финансовое. Поэтому это помощь тем, кто сам готов работать в своем будущем. Будущие новоселы не скрывают радости. Говорят, вовремя вступили в муниципальную программу обеспечения жильем молодых семей. Сейчас уже сертификат получили. Конечно, уже будем думать о том, что надо купить. Скорее всего, квартиру. Чтобы у нас три комнаты было, у каждого по комнате. Так как дети у нас разнополые, чтобы мальчика была, а у девочек тоже своя отдельная. А семья Тихомирова, в которой четверо детей, уже в буквальном смысле строит свое будущее. Достроить дом. Как раз ждали вот этой выплаты, чтобы сделать последний рывок и переселиться туда. До этого семьям приходилось снимать жилье или делить кровь с родственниками. Теперь это в прошлом. Символом новой жизни стала прогулка под звездами. Счастливые семьи стали первыми посетителями обновленного планетария. Ирина Радужна, Александр Симонов, новости Муром.